Смотрите, друзья, какое мне чудо сегодня пришло от Валерия Константиновича. Спасибо ему огромное. Так, яблони Бельфорд, Китайка. Смотрите, какие здоровые черенки. Вот, имели 20-40, по 50 сантиметров, не меньше. Это самый короткий. Яблони свекольная. Яблони Порт Алма-Атинский. Так, это что у нас? Это вишня, гибрид с черешней, что-то такое. Не могу пока разобрать, потом разберу, прочитаю. Так. А, абрикос Петр Великий. Какие здоровые черночки. Уже 20, 40, 60 сантиметров. Так. Слива Сувенир Востока. Слива персиковая Мичурина. Слива. Забыл уже, что заказывал. Богатырская, короче. Ну ладно, венгерка богатырская, вот, вспомнил. Так, тут потому что не очень хорошо видно, так как они немножко помятые. Ага, груша, гигант Подмосковья. Давай, череночка. Груша лесная красавица, вот еще длиннее черенки. 20, 40, больше 60 сантиметров. Так. Что это у нас? Груша космическая, шикарная груша. Валерий Константинович меня на нее уговорил. Ну, в смысле, чего-то не было. А, черешни, по-моему, не было. Вот. Поменять я очень рад. Пусть, конечно, мне нужна такая груша. Так, вишня жуковская. Черешня Боднера. Вот один всего череночек. Ну, большой, я надеюсь. Я его выращу, привью, и будет у меня черешня Боднера. Теперь персик Минусинский, персик Хасанский. Смотрите, какие толстые черенки у персика. А, сколько почек тут. Тоже они 20, 40, больше 60 сантиметров. Еще в подарок вот пришло мне тут что-то. Положил Валерий Константинович. Так, слива. Сливу китайку на подвое, отлично. Все это пригодится. Абрикос маньчжурский, супер, шикарно. Абрикос маньчжурский, супер. Потому что у меня абрикоса маньчжурского семян нет. У меня я косточки заказал, всякие разные. Но что-то маньчжурика не заказал. А на подвое он самый то. Вот, смотрите, какое богатство. Прям я рад, доволен. Вот, разложил их тут на кровати. Вот. Редком. Супер, вообще классно. Спасибо большое, Олег Константинович.